Ну и давайте с вами рассмотрим инструмент PEN. Мы с вами знаем, что инструмент Lime позволяет нам создавать многоугольники самой разной формы. То же самое мы можем с вами сделать с помощью инструмента PEN. И в конце замкнуть контур. С той лишь разницей, что инструмент PEN, если мы щелкаем просто одинарными щелчками, рисует прямые линии. Если мы протягиваем немножко, то он рисует сложный контур. В принципе, все. Это вот что касается инструмента PEN. То есть рисует, замкает. Конечно, мы не должны забывать про то, что на панели Window Toolbars Main у нас должен быть включен магнитик для того, чтобы контур хорошо замыкался. Потому что без магнитика не будет замыкаться. Вот. Вот таким вот образом. Теперь. Что теперь? Теперь у инструмента PEN есть несколько дополнительных опций. Это добавить точку. Видите, добавляет точку. Это удалять точку. И это спрямляет точку. Спрямлять точку — это тогда, когда мы вот таким вот образом с вами аналог изогнута. Предположим, изогнутая линия. И мы с вами берем и с помощью инструмента Convert Anchor Point Tool берем вот таким вот образом щелкнем. Таким образом линия у нас становится с вами прямой. Вот. Итак, повторим еще раз. Инструмент Point Tool, горячая клавиша P, предназначен для рисования прямых линий, для рисования многоугольников. А для того, чтобы добавить точку, для того, чтобы удалить точку, и для того, чтобы спрямить точку. Вот и все, для чего нужен инструмент PEN. Если вы начали рисовать и запутались в чем-то, начинаете вот рисовать. Вот тут что-то началось у вас, что-то пошло не так, точка появляется непонятно где. Значит, удалите все. Можете даже удалить слой. И попробуйте еще раз. Я думаю, что не очень хорошо, когда происходит у нас пересечение, потому что тогда результаты могут быть немного непредсказуемы. Начните. И вот таким вот образом просто соединяем и рисуем. Что ж, на этом все. Учили флеш.